Всем доброе утро, мальчишки рады, к ним девки пришли. Главное, чтобы они девок не затоптали, кошмар. Вот они тут на солнышке уже грелись, сидели мальчики. Сейчас глянем, сколько там градусов. Ну, минус 5 это уже теплее, чем было. И опять день обещает быть солнечным. Конечно, не жарким, а именно светлым и солнечным. Вон небо какое. Так, сейчас загнать басика. Рэй сам догадался. Басики, 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 басики. Басики, басики. Вот, кстати, я раньше, почему вот они у меня убегают по команде басики. Рэй и Локи мои спасеныши, а там у них домик, будка. И когда они были совсем крошечными щенками, их было 6 штук, чтобы загнать их обратно туда, вот в сарайчик, я брала корм, несла туда, ставила и звала басики, басики. Вот они на басики теперь бегут. То есть получилось своеобразное заклинание. Вот так вот. И теперь, когда говоришь басики, басики, это получается команда места. Они с удовольствием убегают, загоняешь их спокойно в вольер. Без всяких, так сказать, подсказок. Рефлекс выработался. Ну как, девки, гуляйте. Сегодня потеплее. Делаем делишки. Сара молодец, уже делает. И день обещает быть солнечным.